Жители городского округа Люберцы могут выбрать пруд для очистки в 2022 году. Онлайн-голосование стартовало на портале «Добродел». Оно пройдет до 10 октября включительно. На выбор предоставлено три водоема. Пруд в поселке Томилино на улице Шевченко, пруд в деревне Жилино на улице Прудовая и директорский пруд в СНТ «Ручеек». Каждый человек может проголосовать только за один водоем. Напомню, что принять участие в голосовании на портале «Добродел» могут только жители Московской области, зарегистрированные на сайте госуслуг.